Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, какие приложения больше всего садят вашу батарейку на вашем iPhone или iPad. Пожалуй, начнем с того, что как же все-таки понять, что куда нужно зайти и чтобы разобраться в этой ситуации. Вам нужно будет зайти в настройки. Так, вот аккумулятор, ждем, пока здесь прогрузится. Покажет нам данные за последние 12 часов, а то и сутки, смотря сколько держит ваша текущая батарейка на текущем iOS. И также все зависит от устройства. Вот сейчас оно подглючивает это все дело, неважно. Но смотрим. Смотрим, что видим здесь вот телефон. Больше всего прожирает 33% Instagram, браузер Puffin, фонарик и тому подобное. Чтобы узнать точно, сколько времени вы там пробыли и почему такое процентное соотношение. Нажимаем еще раз на активность. И нам показывает время. Здесь 2,5 часа разговор. Instagram 41 минута. Браузер Puffin 42. И все остальное то же самое вот в этом режиме. Вот, когда вы это все уже увидели, сами можете понимать, какими приложениями вы пользовались, что какое время занимает и какое напряжение идет более активное с взаимодействием этими приложениями. То есть, поняли, да? Чем больше вы пользуетесь, какой из этих приложений, и показывает процентное соотношение. Также садит батарейку. Но как по мне, садит батарею быстрее всего, когда вы играете, либо же смотрите что-то в YouTube, либо же разговариваете. Вот тут три основные эти функции быстрее всего садят. Также инстаграмчик, конечно, да, браузер, что вы там серфите, смотрите видео и тому подобное. Все остальное, как бы звонки там такое, там полазить по заметкам, что-то позаписывать, сами понимаете, это занимает очень мало времени, мало батарейку садит и тому подобное. Вот, в принципе, и все. Сейчас я накатываю бету-версию, точнее, не бета-версию, а iOS 12.3.1. Рекомендую всем, в принципе, обновиться. Там такие баги по сообщениям, там не видны ссылки в спамах. И просто те, которые отфильтрованные, пользователи могут отправлять сообщения, то есть заблокированные, то такое. Вот и все. Поэтому, если вам было все понятно, доступно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик. Не забывайте также оставлять ваши комментарии. Может, где-то что-то я упустил, где-то что-то забыл, что-то подскажете мне, я вам. И от этого мы будем только все больше образованы, как бы осведомлены и тому подобное. От этого никому хуже не будет. Не забывайте подписываться на мои соцсети, которые будут закреплены под видео в комментарии. Всем пока!